У меня уже есть опыт работы в кадре. С вами Семен Антонов, и сегодня мы проведем наш репортаж с медиа дня ЦСКА. Сэба, привет. Мы тут сюжет снимаем второй год подряд. Меня взяли на полставочки на ЦСКА Баскет ТВ. Расскажи свои впечатления о медиадне. Что тебе больше всего запоминается здесь? Самое для меня запоминающееся в медиадне – это командная фотография. Это массово, это красиво, это всегда смешно. Ребята с хорошим чувством юмора и замечательно шутят, особенно над фотографом. Ни один медиадей не проходит без хорошего фотографа. И сейчас мы познакомимся с самым лучшим фотографом Михаилом. Миш, слушай, скажи, кого бы из ребят ты бы на обложку Men's Health осмела бы? Кто вот лучше всех фотогеничен, в кадре хорошо работает, не капризничает? Кэп. Идем, да? Кэп вообще пришел, раз, все сделал как надо, сам рулил съемкой практически. И сам, хотел нажать, но я не дал. Ну, это профессионализм, что его. Да. Красава, давай, работу не буду отвлекать, давай, смотри. А сейчас я вам покажу магию телевидения. Пишем. Картинка, звук. Вы видели? Просто чума. Покупайте абонементы, приходите на игры ЦСКА, болейте за нас и поддерживайте.